всім бадьорим та енергійним. Сьогодні продовжуємо займатися стретчингом. Тренування проводить наш тренер Юліана Джулай. Вітаю вас. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем заниматься стретчингом и выполним ряд упражнений, которые помогут вам сесть легко на продольный шпагат. На вдох поднимаем левую руку вверх и вытягиваемся всей стороной. Вытягиваем всю сторону. На выдох наклоняемся вправо. Правой рукой тянемся вниз. Левой рукой в правую сторону. Вытягиваем всю левую сторону. Разворачиваем правую пяточку. Проверьте, пожалуйста, корпус. Два бедра, два плеча. Разворачивается по направлению правой ножки. Спина прямая. Опускаемся вниз. Закрываем левую стопу. Правая и левая нога по одной линейке. Ладошки на полу и проверьте, чтобы ваши два бедра и два плеча смотрели в одном направлении. Коленки идеально подтянуты. Пятки на полу. Проверяем спину, вдох и на выдох еще ниже наклоняемся к правой ноге. Вдох, проверяем спинку. Плечи оттягиваем от ушей. И наклоняемся к правой ноге. На выдох. Сокращаем правую стопу на себя. И берем левой рукой. Притягиваем еще больше стопу на себя. Сгибаем левое колено. Левая пятка на полу. Правую ножку сместили вправо. По направлению правого бедра. Проверяем прямую спинку, два коленка прямо смотрят. Стопа правая на себя. Проверяем спину. Прямая спина. Нужно задержаться хотя бы на минутку, лучше две в каждом движении. Для того, чтобы ваши мышцы растянулись. Выравниваем коленки. Толкаемся правой ногой и шагаем вперед. Полушпагат. Нога чуть шире, чем 90 градусов. Правая нога шире, чем 90 градусов. Левая нога прямая, коленка прямое. Руки по сторонам. И следим за спиной. Аккуратно пружиним. Раз. Бедрами тянемся к полу. Два. Три. Коленка правая смотрит по направлению правой стопы. Пружиним. 8. Уходим на локти. Уходим на локти. И продолжаем пружинить. Раз. Следим за спиной. И коленка левое прямое. 2. 3. Пружиним бедрами вниз. 4. 5. 6. 7. 8. Расслабились. Задержались немножко. Вырастаем. Сгибаем левое колено. Правая нога прямая. Левая нога под углом 90 градусов. Два бедра, два плеча прямо. Проверяем. Ровный корпус. Коленка правая прямое. И с прямой спинкой наклоняемся к ноге. Проверяем спинку. Попытайтесь прогнуться под лопатками и в поясничке. Первый живот идет, затем грудная клетка, а потом уже голова. Следите за тем, чтобы спинка ваша не была круглая, а наоборот, вытягиваемся вперед, вытягиваемся в длину, тянемся не к коленке, тянемся к носку. Правую ногу берем противоположной рукой. Сзади стопа дотягивается, да, на подъеме. Следим за спинкой, вытягиваемся в длину. Мы растягиваем заднюю поверхность правой ножки. Сейчас мы работаем над правой ногой. Каждое движение следует выполнять не меньше минуты, лучше дольше. Чем дольше выполняется движение,
і чаще, желательно ежедневно. Либо через день хотя бы. Тем быстрее вы сядете на шпагат. Переносим вес тела вперед. Коленка правая смотрит по направлению правой стопы. Спинка прямая. Левое колено на полу. На вдох, руки вверх. Бедрами тянемся вниз, руками тянемся вверх. Плечи опускаем, оттягиваем от ушей. Бедра проваливаем к полу. Проваливаем к полу. Уводим ручки на бедра и прогибаемся под лопатками. Уходим на локти. Ничего не меняем в ногах, уходим на локти, следим за спиной. Постарайтесь расслабляться. Несмотря на то, что комплекс упражнений достаточно сложный, постарайтесь расслабиться. Напряженные мышцы не могут растягиваться. Дышите спокойно. Вдох, на выдох мы еще больше расслабляем мышцы. Вырастаем. Правая рука остается на полу. Сгибаем левое колено и берем левой рукой. Притягиваем левую пятку к левой ягодице. В этом движении важно, чтобы два бедра смотрели прямо. Не разворачиваем бедра. Два бедра смотрят прямо. И бедра опускаем максимально вниз. И затем притягиваем пятку. Также следим за спиной. Бедра проваливаем вниз. Выдох, расслабляем. Пятка к ягодице. Отпускаем ножку. Переносим вес тела назад. Впереди прямая ножка, левая нога под углом 90 градусов. Проверяем два бедра, два плеча прямо. И очень осторожно, аккуратно вес тела на руках нам помогает. Разъезжаемся вперед, проезжаем правой ногой. Левая нога, если растяжка пока не очень, нужно остаться на руках до того момента, как вы чувствуете, что уже больно, неприятно. И вытягиваем колено. То есть у каждого будет свой вариант. Возможно, это будет так, но важно, чтобы были линии. Кто может, разъезжаемся дальше. Опускаем бедра вниз, следим за тем, чтобы бедра были ровные. Следим за тем, чтобы пятка сзади была опущена вниз. И стопа впереди тоже прямая. У кого шпагат есть, можно усложняться. Например, один из вариантов. Согнуть левую ножку и притянуть ее к себе. Если шпагат не идет, это не значит, что не нужно пытаться растягиваться. Можно просто после этого комплекса остаться в очень хорошем полушпагате, а потом уже аккуратно выравнивать ножку, ну и пытаться, конечно же, садиться. Очень осторожно, аккуратно ножки собрали. Вырастаем, встряхнули ножками, выполняем вдох, выдох. Вытягиваем всю правую сторону и наклоняемся. Все то же самое выполняем с левой ножки. Тянемся правой стороной, тянемся. Плечи опускаем. Разворачиваемся за левой ногой. Два бедра, два плеча. Проверяем спинку. Живот подобран, коленки тянем. Опускаемся вниз. Закрываем правую стопу. Два бедра, два плеча прямо, коленки прямые. Проверьте, пожалуйста, спинку. Если есть зеркало, можно себя контролировать. И притягиваем живот, грудная клетка, а потом голова. Не наоборот. Не допускайте ошибку, когда идет голова сначала, коленки, и спинка круглая. То есть стараемся вытягиваться. Сокращаем левую стопу на себя. Левую стопу следите за бедрами, два бедра ровные. И берем правой рукой. Стопа на себя. Очень хорошо растягивается под коленками. Икроножные мышцы, в общем, вся задняя поверхность бедра.
Сгибаем правое колено, сместили левую ногу влево. Два бедра, два плеча прямо. И продолжаем с ровным корпусом. Уже шаг, Марина. Ближе. Следите за тем, чтобы коленки были вместе. Наклоняемся к левой ноге. Наклоняемся ровный, ровный корпус. Старайтесь выполнять правильное движение, лучше с меньшей амплитудой. Выравниваем коленки, толкаемся правой ногой, левой шагаем вперед. Полушпагат. Чуть шире, чем 90 градусов. Следите за спиной. Правое колено прямое, пружиним. Раз, два. Можно придерживаться. Если вы уверенно чувствуете себя на ногах, можно держать ровный корпус. Но если вы только начинаете, лучше, конечно, придерживаться. 8 штук сделали. Уходим на локти. Также пружиним. Раз. Бедра проваливаем к полу. Два. Три. Коленка правая прямое. Это очень важно. Если не можете сразу уйти на локти, оставайтесь на прямых ручках. Сделали 8. Сгибаем правое коленко. Левая нога прямая, правая нога под углом 90 градусов. Стопа левая на себя. Два бедра, два плеча прямо. Подтянутое колено левое до предела. И с прямой спинкой наклоняемся к ноге. Стопа на себя. У каждого своя амплитуда. У каждого своя амплитуда. Стопа на себя. Важно, чтобы вы чувствовали, как растягивается под коленками икроножная, вся задняя поверхность. Резкой боли не должно быть. Если чувствуете дискомфорт, лучше не выполнять данное движение, либо просто уменьшить амплитуду движения. Переносим вес тела вперед. Выравниваем корпус. На вдох ручки поднимаем вверх. Бедра опускаем вниз, руками тянемся вверх, бедра проваливаем вниз. Вдох и на выдох прогибаемся под лопатками. Руки на бедра, руками еще больше подталкиваете бедра вниз. Вдох и на выдох уходим на локти. Бедра еще ниже опускаем, еще больше расслабляем. Не забываем, что перед любой растяжкой необходимо выполнять разогрев, чтобы не было травм. Это очень важно. Вырастаем. Сгибаем правую ножку и берем правой рукой. Правую пяточку притягиваем к себе. Бедра проваливаем ниже к полу. Отпускаем ножку, переносим вес тела назад, выравниваем левую ногу и разъезжаемся в продольный шпагатик прямой ножкой. Проезжаем вперед, дошли до предела, выравниваем правую ножку, коленки прямые, следите за линиями и с прямой спинкой, желательно, опускаемся вниз. Кому нужно, усложняемся. Коленочки тянем. Старайтесь в шпагате находиться, ну, насколько это возможно, подольше. Минута, две, можно больше. Аккуратно ножки собираем. Резко не встаем. Важно очень медленно выходить из движения. Якщо ви мріяли сісти в шпагат, за допомогою цих вправ ви обов'язково втілите свою мрію в життя. Этот комплекс направлен на развитие продольного шпагата.